Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мылоопт. Сегодня мы будем делать мыло в форме мороженое в стакане. Для этого нам понадобится 3D-форма мороженое в стакане. Выглядит она вот так вот. В комплекте к ней идут несколько резиночек. Также я буду использовать глицерин растительный. Комплекс витаминов А, Е, Ф, отдушку сладкая дыня, флуоресцентные пигменты оранжевый, лимонный и синий. Также я буду использовать Мику косметическую Bright Gold и глиттер серебро. Также нам необходима основа белая, несколько термостойких стаканов, стеклянная палочка для перемешивания и пластиковая пипетка. Для начала растопим небольшое количество белой основы. Теперь мы берем синий пигмент и с помощью пипетки добавляем туда глицерин. И хорошенечко размешиваем для того, чтобы краситель растворился. И добавляем в основу. Теперь берем пипетку и окрашиваем ободочек на мороженое. Далее таким же образом мы разбавляем оранжевый пигмент. Добавляем его в основу. И хорошенечко размешиваем. Берем пипетку
И с помощью пипетки окрашиваем следующую полосочку. Далее в растопленную основу мы добавляем разведенный лимонный краситель. Добавляем туда несколько капель одушки. Немного комплекса витаминов А и Ф. И еще раз все тщательно смешиваем. Теперь заливаем мороженое. И оставляем до полного застывания. Теперь мы берем в растопленную основу, добавляем отдушку, добавляем несколько капель комплекса и добавляем мику. И все хорошенько перемешиваем. И теперь заливаем основу в формочку. И ждем, пока мыло полностью застынет. После того, как основа полностью застыла, мы достали мыло из формочки и украсили сверху серебристым глиттером. Спасибо, что посетили наш канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!